Мое имя Лоуренс Картер. Я являюсь главой корпорации «Феникс». Наша корпорация занимается изучением и находками останков древних животных. Также мы постоянно находимся в поисках островов на планете, которые не были найдены человечеством. Если ты слышишь данное сообщение, считать его строго конфиденциальным. Возможно, получив это сообщение, наша корпорация уже уничтожена. Я как глава погиб. Отчет протокола «Феникс». До некоторого времени мы считали себя одной из первых научных групп на Земле. До того времени, пока не стали сотрудничать с корпорацией Apollo Engineering. Данная корпорация заявила себя как вновь образовавшаяся. Также в планах изучения древних останков, живых организмов и динозавров. Что последнее именно нашей корпорации удалось сделать. От Apollo Engineering нам поступили крайне интересные предложения в плане сотрудничества. Они были готовы вложить часть своих инвестиций в наше изучение и некоторую прибыль вносить в программу «Феникс», что мы и сделали в будущем. Они подписали с нами контракт. Сообщаю сразу, что именно корпорации «Феникс» были найдены все первые острова программы «The Isle», остров Тен-Ява, остров В-3, регион 2. Также другие острова, что, скорее всего, на момент данного сообщения будут захвачены именно корпорацией Apollo Engineering, Isla Spira и Gateway. На всех первых островах, которых мы находили, существовала жизнь. Мы не надеялись найти живых древних существ, динозавров. Также нам удалось найти на некоторых из них древние племена людей, которые, в принципе, не были агрессивно настроены против нас и могли спокойно сосуществовать с организмами на островах. Повторюсь, наша цель была всего лишь в изучении существ и всего биологического мира. Но мы ошиблись тогда, именно в тот момент, когда подписали контракт на совместное изучение с корпорацией Apollo Engineering. Как мы поняли позже, это стало нашей роковой ошибкой.